В России выдано более 3,5 миллионов электронных больничных. К новой системе подключено более половины частных и государственных медицинских организаций страны. В их числе Губкинская больница. Какой документ выбрать, на бумажном, бланке или электронный, решает пациент. Однако необходимо учесть некоторые условия. Если обычный лист выдается на бумажном носителе, то электронный лист, соответственно, выдается только в электронном варианте. Он не распечатывается и находится только в электронном пространстве. Соответственно, перед тем, как получить больничный лист в электронном формате, уточните у своего работодателя, имеется у него учетная запись на сайте Федеральной службы страхования о регистрации его в единой системе работодателей, которые могут получать больничные листы электронно. Соответственно, если такая возможность у работодателя имеется, то при получении больничного в больничном учреждении вы можете также сказать врачу о том, что желаете получить данный лист в форме электронного документа. По информации городской больницы, губкинские врачи редко выписывают электронные листы нетрудоспособности, так как большинство работодателей пока не подключено к системе информационного взаимодействия по формированию электронного больничного.